Вдова бывшего полковника ФСБ России Александра Литвиненко прокомментировала действия, предпринятые британскими властями в связи с покушением на экс-агента Сергея Скрипаля. В свое время Марина Литвиненко требовала, чтобы судебные слушания по делу ее мужа, отравленного полонием в Лондоне, были открытыми. А британское МВД, которое тогда возглавляла нынешний премьер Тереза Мэй, настаивала на закрытых слушаниях. Ее реакция, говорит Литвиненко о Мэй, была гораздо более быстрой и целенаправленной, чем в случае с моим мужем. И теперь из Великобритании высылается больше российских дипломатов. Я уверена, что все они сотрудники спецслужб. Но это не означает, что теперь нам будет безопаснее. Я думаю, что нужны более строгие меры. Марина Литвиненко считает, что британские власти в случае с ее мужем действовали недостаточно жестко, чтобы не портить отношения с Россией, и выразила надежду, что на этот раз все будет иначе. Конечно, британское правительство должно следовать правилам, но нельзя играть по правилам Путина, так вы никогда не выиграете. Нельзя проявлять мягкость, чтобы никто не думал, что вы примете все происходящее в вашей стране. Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 года. Расследование по этому делу продолжалось более 9 лет. В январе 2016 высокий суд Лондона обнародовал вывод о том, что его убийство, вероятно, было санкционировано Москвой. Виновными назвали двух россиян.